Или ключей от рая. По замыслу Петра I Санкт-Петербург должен был стать ключом от вод Балтики. Крепость строится на Заречьем острове, своими контурами фактически повторяет его очертания и представляет из себя вытянутый шестиугольник с выступающими вперед бастионами. Такая небольшая вытянутая черепашка. Крепость всегда была важным стратегическим объектом, хотя никогда нападению врага не подвергалась и ни разу не участвовала в боевых действиях. Но стреляет при этом она каждый день. Пока еще впереди с левой стороны у нас сейчас находится Нарышкин бастион. Его можно отличить по флагшточной башне с поднятым крепостным флагом Гёйсом. Левее этой башенки, то есть ближе к нам, на самом левом уголочке бастиона, либо на фоне неба, либо сейчас вот на фоне колокольни или с других строений крепости можно будет увидеть дуло двух гаубиц.